Прекрасный вид на Сурские просторы открывается со смотровой площадки улицы Кирова. Гордо смотрит вдаль воин землепашец. Памятник первопоселенцу – один из главных символов Пензы. Буквально в двух шагах – единственный в мире музей одной картины. Гостям представляют всего лишь одно живописное полотно, но с полной историей его создания. Стоит перейти дорогу, и вы уже у подножия оборонительного земляного вала. Здесь более 300 лет назад берет начало история города-крепости. Гранитная лестница проводит вас на вершину. Отсюда, с высоты крепостной стены, стражники смотрели вдаль, ожидая очередного набега кочевников. Ну а мы движемся дальше к главному православному храму Пензы – Спасский кафедральный собор, грандиозный и белоснежный, третий по высоте в России. Храм соответствует всем канонам классицизма. Рядом многоярусная колокольня высотой с 25-этажный дом. В историческом центре и одно из самых красивых и загадочных зданий в городе – картинная галерея имени Савицкого. Ее второй корпус расположился в губернаторском доме. До революции – место пребывания высшего в губернии должностного лица и его канцелярии. Чуть ниже, на улице Володарского, один из лучших памятников деревянной архитектуры. Рядом – небольшого роста изящная женщина под маленьким зонтиком в сопровождении своего домашнего любимца, как будто хозяйка особняка только что вышла на прогулку. Познакомиться с работами местных художников, скульпторов и изделиями народных умельцев, а также приобрести сувенирную продукцию можно в выставочном зале Пензенского регионального отделения Союза художников России. Одно из самых притягательных мест в Пензе – цветомузыкальный фонтан. В вечернее время вы можете стать зрителем светового представления. Ну а главной улицей города, без сомнения, можно назвать Московскую. Так что если вы приехали в Пензу, непременно прогуляйтесь по местному Арбату. Отличное место для отдыха и площадь Ленина, мобильные лавочки и вазоны с цветами. Отдохнуть в уютной атмосфере и насладиться блюдами русской и европейской кухни можно в ресторане «Клуб путешественников». Не забудьте прогуляться по набережной. Здесь расположен монумент славы. Горожанами принято называть его «Росток» из-за схожести с настоящим ростком, тянущимся к солнцу. Полюбоваться пейзажем и сделать яркие фотографии можно на мосту «Дружба». И буквально в нескольких метрах современный бизнес-отель «Хелиопарк Резиденс», где есть все условия для комфортного отдыха. Уютные номера и роскошный ресторан «Давыдов», где на высшем уровне не только кухня, но и обслуживание. Маленькое путешествие позволит вам не только узнать об истории Пензы, увидеть современные городские пространства, но и оставит самые теплые воспоминания о столице Сурского края.